В первую очередь это гордость. Я могу посредством флага показать, откуда я, чтобы другие люди в других странах это точно знали, потому что мы должны гордиться тем, в какой стране мы живем, для того, чтобы у нас был свой отличительный символ. Для чего нам нужен флаг? Как же, чтобы знать, что мы в России, это наше, чтобы отличаться. А что для вас это значит? Для меня? Это моя родина. Герб, гимн, флаг. Цвета нашего флага означают небо, мужество и свободу. Флаг, ну, это, наверное, все-таки как определение каждого государства. То есть у каждой страны есть свой флаг, герб. Ну, это наше единение, наше единство, флаг нашей родины.